я буду впервые собирать свою дочку в школу. Конечно же, мы приехали в магазин «Модная школа» в городе курорте Анапа, который находится на улице Ленина. На море идет шторм, можно приехать и заняться тем, чтобы подобрать красивую модную одежду в Анапе. С нами сегодня Данил. Вся информация про магазин «Модная школа» имеется здесь. Находимся мы по адресу улица Ленина, дом 154, на втором этаже этого магазина. Любовь есть, это хорошо. Слушай, я тебе принесла голубику, ты любишь? 138. Примеряемся, смотрим, какая красота будет. За партой буду сидеть. Надо, чтобы зона живота всегда была комфортной. Не давила. Если она расслабит его, мне важно, чтобы ей было комфортно. Девочки уже готовы переодеваться и примерять первую блузку. У нас первая блузка будет вот с такими вот гофрированными рукавами. Блузки у нас на таких детей, как Даша, 1500. Чуть постарше детки, подростки, 1600-1700. Также 71% хлопка, как всегда, эластан, очень мягкой посадки. Ну и, конечно, это все разнообразие моделей. Вот тут на одного ребенка мы тут выбрали просто, ну, слегка, чуть-чуть так. А там, конечно, на Дашу еще метр целых блуз, и они все в одной цене. Вот, но по вкусу, по моделям можно выбрать, определиться согласно желанию ребенка. Первый наряд для Даши готов. Но как же это мило и нежно, когда рукава на блузке сделаны с таким вот нежным мягким гофре. В одну ширину даже с гофре на юбочке. Как это сочетается все? Казалось бы, да, это вообще разный производитель. Но насколько наш ассортимент прекрасно сочетается с любыми низами, верхами. Мы можем так подобрать, что это будет действительно очень красиво, очень нарядно и очень прям вот так кстати, да, ты согласна? Да. Еще в сером цвете, конечно, есть такие юбочка стоит 1700, блузочка 1500. Какая красавица. Молодец. А нам так весело, почему? Потому что Даше понравилась кофточка. А эта юбка мягкая, трикотажная. Тебе нравится по комфорту? Да, да, мы одели юбочку трикотажную на кокетке. Она такая очень удобная. На резиночке здесь, на утяжке. И вот этот трикотаж, это, конечно, то, что вот удобно, комфортно целый день, там по 5-6 часов, находясь в школе. Ну и блузку мы взяли тоже, так как это первый класс, чтобы девочка всегда была такая нарядная, красивая, чтобы это все-таки было еще какое-то такое вот настроение все-таки, что я девочка, я в школе, но мне классно, мне хорошо, мне красиво, да? И мы с такой воздушной блузкой, с такими с воздушными рукавами, я думаю, что целый день Даша будет в хорошем настроении. Будешь в хорошем настроении? Да. Обещаешь? Блузки также 1500, а юбочка 1400. Цены у нас прекрасные. Наш третий выход. Привет, юбка школьница. На запахе. Тоже очень удобная модель, что она вот прям с таким большим глубоким запахом. Регулировать по полноте очень удобно. Если ребенок будет меняться в полноте, то юбочку тоже можно менять по полноте, потому что удобный глубокий запах. И всего 3 пуговки позволяют там куда-то их сдвинуть на 1-2 сантиметра. Очень удобно. Вот. Ну и, конечно, она такая вроде как строгая модель, поэтому мы ее поддержали не строгой блузкой. Мы решили выбрать блузку, чтобы на манжетах была какая-то вот такая отделка гипюровая на воротничке, чтобы немножко смягчить образ, не делать его сильно строгим, прям таким, прям вот школа, это прям вот очень строго. Нет, пусть юбочка такая, а блузочки мы будем сюда носить какие-то более нарядные, воздушные, да, Дашуль? Юбочка 1350. Блузки все у нас по 1500 на Дашу. Пока Даша в примерочной у нас застегивает все пуговицы на своей блузке, я хочу вам показать новинку. Такие красивые платья пришли. Это же какой писк моды вообще. Господи. Вчера только получили эти модные большие воротники. Они отстегиваются. При стирке можно их отдельно постирать. Здесь брошь бархатная бантиком. Тоже она отстегивается. При желании можно ее и отстегнуть. Но этот крой, этот широкий свободный крой, эти складки, они такие прям вот струящиеся. Такие красивые, мягкие и такие объемные рукава-фонарики. Это сейчас очень модно, правда. И в нашей школьной жизни с детьми нашего магазина очень сильно наслаждаемся тем, что у нас есть такая прекрасная возможность так
красиво, нежно и так модно одевать этих девчонок, которые всегда хотят быть модными и нежными. Платье есть размера 30 на рост 122 и до 152-158 роста. Цена этих платьев 3600. Ого, вот это закружило тебя в этом наряде. Ну, мы сейчас вам расскажем, какие у нас тут мягкие, комфортные трикотажные брюки. Такой вроде как со спортивной резиночкой, да, но почему бы и да. Мы эту всю резиночку можем закрыть полностью блузкой на выпуск ее деть. Она свободного кроя, такая оверсайз немножко. Но мы сделали так, вот ее немножко впереди заправили, а сзади оставили ее вот такой вот на выпуск свободной. Можно ее носить и полностью на выпуск. Здесь у нас очень удобные мягкие карманы, да, Даш, можно что-то спрятать сюда. Но телефон желательно не носить в школе, но вот так вот прям, так красиво, прям вообще. И какой другой совершенно образ, когда в юбочке и с рюшками Даша была, это была такая девчачья такая история, прям нежная. А здесь мы решили вот такой немножко сделать еще дерзкий стиль, но показать, что, да, на одного ребенка можно собрать образы разные, разные по внутреннему состоянию ребенка, разные по погоде. И почему бы осенью или зимой вот так вот не походить в школу, уже добавив какого-то такого подросткового стиля в свой образ. Брючки стоят 2400, блузки у нас по 1500 на Дашу. Эти же брючки с этими же спортивными полосками, но в синем цвете, вот на Анечке представлены, да? То есть Аня уже подросток, она уже 7 класс, а Даша идет всего лишь в первый. И вот такие вот размеры брюк есть с маленьких размеров до подростковых в сером и синем цвете, и можно собрать разные образы. У Ани уже рубашка, да, такая более строгая. То взяли с такой контрастной отделкой, свободной посадки, тут вот по бокам такие вставочки, сзади вот свободно тоже сидит, стиль брюки поддерживает, очень классно, без лишних припусков, добавить какой-то дерзкости в образ, молодежности такой. Даша тоже здесь на блузке рукава подворачивается, и у нее есть уже специально такая застежка на этих рукавах. Если подросток сам может регулировать, как рукав себя ведет, то Даше вообще об этом не надо думать, можно просто пристегнуть этот подворот, и он будет целый день свободно, хорошо работать на ребенке, не будет его отвлекать от основных его дел. Брюки также 2400, блузки на подростков 1600. Даша, мы поменяли блузку под эти брючки с коротким рукавом. А вдруг еще будет тепло в сентябре, да, но все равно хочется уже что-то накинуть. Поэтому жакет оверсайз из такого же трикотажа темно-серого. На короткий рукав блузки особенно будет удобен и комфортен, потому что это и мягкий удобный трикотаж сохраняет наши свойства комфорта ребенку. Рукава мягкие, чтобы наслоенности не было, как раз таки его больше удобно носить на короткий рукав. Ранняя осень, там сентябрь, октябрь, да, хоть зимой можно вот в таком жакете под короткий рукав дольше носить свои блузки любимые с коротким рукавом, и даже зимой или осенью. Это широкие прямые брюки сейчас тоже очень модно, актуально. Такой жакет сверху оверсайз, ну реально делает такой школьный образ не совсем школьным, а мы идем в школу. Ну как же это классно, да, Даш? Жакет 2200 стоит, но брючки мы говорили 2400. И наш выход с сарафаном. И знаете что? Самая интересная новость в этом выходе, это то, что такие сарафаны у нас в наличии есть. Размеры с 36 по 42, и они со скидкой 50%. Сейчас они стоят 800 рублей всего. Дешевле блузки даже. Блузки также все у нас по 1500, как я говорила на Дашеньку. Мы под сарафан, конечно, одели ту не нежный вариант с красивым каким-то воротничком. Жабо съемное. Если свой галстучек ребенок одевает в школу, жабо можно снять. Но если нету требования по галстуку, конечно, сарафан такой украсить желательно, конечно, каким-то красивым рукавом или каким-то красивым оформлением вот именно в зоне воротника. На Дашу сегодня одеваем разные размеры. Сарафан, он скроен во второй полноте, что на ее рост 140, он скроен на размер ее 30
38-40. И за счет этого все, что мы одеваем с Дашей, ей очень комфортно и хорошо и по ширине, и по длине. Всегда говорю, что в нашем магазине нету детей каких-то не таких или не таких размеров. Постоянно говорю, что ребенок какой-то не такой, толстый и так далее. Ну, пожалуйста, одели легко. Ты так говоришь? Не я говорю, это мне так пишут. Нет, мы наоборот, вот всех деток одеваем. Я даже сегодня одевала блузки во второй полноте, вот специально, чтобы ей на животик было комфортно. И все, вот видите, она какая активная, двигается, ей нигде ничего не смущает, ни зона подмышки, никак. И также мы сарафан я ей подобрала, хорошо очень сел. И плюс еще у нас в магазине есть товары со скидкой сейчас, все лето. У нас есть и сарафаны со скидкой 50%. И блузы есть со скидкой 50%, и брюки на девочек есть со скидкой 50%. Но правда, в нашем магазине интересно собираться, и не только, но еще и выгодно всегда. Даже товары, которые без скидки, они реально стоят по нынешней жизни очень приемлемо. Блузки по 1500 с таким составом, с таким большим модельным рядом, с таким прекрасным выбором и стилями разными. Но я считаю, что это просто, ну, такое прям вот наслаждение собираться в школу. Я очень люблю, конечно, детей и все, что я делаю для них, поэтому я всегда с большой любовью, весь наш коллектив ждет вас в магазине «Модная школа» на Ленина 154 в Анапе. Всегда много разных новинок. И вчера тоже было поступление товара такое, которое вот не оставляет нас равнодушными. И хочется еще вот сегодня, пока Даша в нашем магазине собирается в первый класс, еще немножко рассказать и о том, что вот такие классные кило. Килоты, да, у нас килоты уже не один год в магазине есть, но в этом году отшиты с такими бантовыми складками, с красными контрастными полосками внутри. Это так классно, стильно смотрится. Поддержали это все блузы с такими стрекозками, где тоже вот поселилась стрекозка с красными крылышками, да. Ну как эти маленькие акценты, сколько они дают все-таки вот этого всего вот оригинального такого, что хочется немножко уже себя где-то вот почувствовать это именно оригинальной. Не просто белая блузка, а вот с такими приземлившимися разноцветными стрекозками. Вот эти килоты очень классные, стильные, на утяжке сзади. Очень комфортно будут носиться на любой возраст. Их можно носить 2-3 года. Длина немножко там становится, ну, по посадке более короче, но это не критично. Я бы их носила даже как шорты-бермуды. Они еще короче-короче будут становиться. Они прям на уровне шорт еще могут носиться действительно на 2-3-4 года вперед. 2300 рублей такие килоты стоят. Но все брючки у нас в основном на девочек 2200-2300. Даша, какой тебе рюкзак хочется? Так, давай. Прям самый красивый бери, чтобы тебе понравился. Колдуй, баба, колдуй, выбирай рюкзак себе, давай. Каким тебе будет клево ходить в школу? Первый класс, да, что очень важно. И грузаки Гризли, они всегда такие яркие и всегда такие какие-то разнообразные. Выбрать тяжело. Наверное, нам надо все-таки первый класс вот такой ортопедический брать, вот с такой ортопедической спинкой. Пусть еще первый год походишь, второй, третий класс. Чуть-чуть, да, можно будет жесткую спинку, но мягкий рюкзак. Показывай, какой тебе нравится. Вот этот. Какой считалочкой ты считала? Сидел петух на лавочке. Даша, ты мне сейчас сделала очень хорошую подсказку, как выбирать быстро рюкзаки, когда у ребенка глаза разбегаются. Я теперь буду рекомендовать считать считалочку, чтобы обидно не было кому, маме, папе, ребенку, что там нравится. Он весь разборный, но когда ты в школу пойдешь, его весь до конца разбирать не надо будет. И очень удобно, когда люди дыхающие у нас с Анапы приезжают, его можно, если полностью разобрать, то он вот так плоский становится и ложится на дно любого чемодана. Мы одели Дашу к школе, и, конечно же, хочется напомнить всем вам, что в нашем магазине 126 квадратных метров красивой, стильной, удобной одежды. Это и блузы для девочек, и со скидкой, и без скидки. Это и брюки, и сарафаны, и жилеты, и жакетки, и со скидкой, и без скидки. И новый отдел Art Life еще у нас есть в магазине, кстати сказать. Мы теперь заботимся не только о том, чтобы детки были внешне красивые, но и заботимся
еще о здоровье изнутри. И здесь много чего интересного. То, что касается детей, это, конечно, классные витамины для того, чтобы иммунная система, вирусные заболевания, которые сейчас начнутся там осенью и все такое, чтобы меньше пропускать школу. Очень хорошие витамины, даже питание, киселин, все с витаминами, с минералами, кальций. Кашки на завтрак можно, супы. Артлайф, ему 25 лет, и он выпускает очень много полезных продуктов, которые направлены именно на здоровье. Начиная с зубной пасты утро-вечер и заканчивая питанием. Не только школа, у нас есть нарядная одежда повседневная, у нас есть модные костюмы там на детей-подростка, платья, футболки. И придя с ребенком, и придя с подростком, и придя просто взрослым людям, здесь мы обязательно что-то интересное подберем. Есть не только девочки, да, как сегодня мы одевали Дашу. У нас есть и мальчики, которых мы очень сильно любим и всегда ждем. И в этом году мы мальчика балуем вот такими классными, разноцветными, яркими поло в нашем магазине, которые прям сочные, вкусные летние цвета. Помимо, конечно же, школьных, белых, голубых, однотонных таких цветов для школьной жизни. На мальчишек у нас очень много в этом году новинок брюк. У нас есть брюки в черном, сером и синем цвете. И даже есть трикотажные брюки на резинке, на утяжке для еще большего комфорта. Всегда у нас хорошие ткани, обалденные посадки. Состав 80% натурального сырья в брюках. 50 хлопка, 30 вискозы, эластан и всего там чего-то там 15% полиэстера. Все, что в этом магазине представлено, всегда очень высококачественно. Рубашки, короткий, длинный рукав, конечно же, тоже большой выбор. И на разные полноты. Напоминаю, что брючки у нас на мальчиков на один рост есть по 5-6 полнот. Поэтому для нас все мальчики прекрасные. Все подростки хороши, потому что у нас на подростков до 56-го взрослого размера есть и брючки, и мы можем подобрать также рубашку. Поэтому у нас не детский магазин, а у нас магазин для всех. Для детей, подростков и взрослых. Ну и напоследок, моя дочь, которая вот постоянная модель и постоянный участник наших всех показов, Мария. Хотим представить еще платье, новиночку, да, в синем цвете, подростковое платье, очень красиво, оригинально. Какой-то может быть особенный акцент на платьях. Если вы заметили, то я сама всегда в сюжетах участвую в платьях. Просто я считаю, что вот эта женственность внутренняя, она должна в девочках расти вместе с их возрастом. И когда меняется возраст девочек, должны меняться фасоны платьев, должна добавляться какая-то вот в юном возрасте вот эта женственность, элегантность, чтобы девочки врастили в себе вот эту элегантность даже в школьной жизни, чтобы они чувствовали среди мальчика в своем школьном коллективе девочками, о которых захочется позаботиться этим же мальчишкам, которые сидят на соседней парте. Поэтому я хочу вот показать еще одно платье такое, новиночка тоже наша, так полуприталенный силуэт. Очень люблю, вот, чтобы была свобода, комфорт в одежде. Конечно, ткани изумительные, мягкие, с хорошим эластаном, тянутся, несмотря на то, что оно не приталено, но все равно здесь очень мягкий эластан в ткани, да, и посадку дает, прям обеспечивает, ну, идеально хорошую и комфортную. Маш, ну сама скажи тебе, как в этом платье по ощущениям? Комфортно, очень. Очень комфортно. Я сама это платье примеряю на себя. Мне так было интересно, когда мы получили товар. Думаю, ну какое же оно? Я сама на себя одевала, потому что эти платья в нашем магазине есть с детского размера 34, это можно сказать как на Дашу, и до 48 взрослого. Я в размере 46, одевала размер 46, но есть еще и 48. Поэтому даже взрослые размеры есть. И у нас уже были такие случаи, когда просто женщина, увидев эти платья, приобретать прям очень хочется для того, чтобы просто в обычной своей жизни на работу пойти там в таком просто в синем хорошем классном платье. Самое интересное, за 3 года вот съемок мы наконец-то узнали, что Маша может говорить, да? Цена этого платья всего 3000. Что такое 3000 в нынешней жизни? Ничего, а такое платье в школе. Это все. Это наслаждение, удовольствие. И это всегда ощущение себя девочки. Да, Машуль? Да.
мы собрали школу нашу Дашу. Я не знаю, мама сказала, Даше нужно 3 блузки с коротким рукавом. Честно сказать, я не могу выбрать 3, потому что мне хочется больше. И мы с Дашей все-таки выбрали 4 блузки с коротким рукавом. Но мы их все примеряли в сюжете, вы их видели. 3 блузки с длинным рукавом мы взяли, спортивного стиля под наши брюки. Ну и такие нежнятиные девчачьи блузочки, чтобы можно было и с брюками, и с юбочками их сочетать. Ну, конечно же, наш комплект, такой более осенний, зимний, весенний вариант, это брючки и жакет оверсайз, 2 юбочки, мягко, удобно, трикотажно и черненько на запахе. Ну и, конечно же, сарафанчик, который идеально сидел, и тем более он со скидкой 50%, всего 800 рублей, как классно. И, конечно, Даша, ну куда в школу без рюкзака? Ортопедический, легкий, 700 грамм весящий рюкзак с таким антистрессом. Такой есть. И этот колобок такой антистресс. Это дети могут вот на перемене себя там как-то отвлекать от школьных нагрузок. Очень классно ортопедические рюкзаки Гризли. У нас всегда, мы официальные представители Гризли здесь в Анапе, вот всегда есть наличие на мальчиков и девочек. И мне кажется, Даша очень удачно сделала выбор. Очень классный, модный лавандовый цвет с такой мятой, с такой вот, ну, вот сочетанием мята и голубой цвет. Очень нежно для девочки, для первого класса. Я думаю, что она с радостью будет в школу ходить. Дорогие друзья, я, конечно же, не хочу с вами прощаться, потому что всегда очень рада с вами встречаться именно с подписчиками Юры Азаровского. Ну, почему? Наверное, вот потому каждый раз говорю о том, что какой сам Юра, такие у него и подписчики. И всегда очень рада видеть вас в своем магазине, таких наполненных, таких прям жизнерадостных, которые приходите и дарите нам эту какую-то энергию, позитив, любовь. Я чувствую, какая у вас любовь к каналу Юра Заровскому. Конечно же, то, что мы с Юрой для вас снимаем, это правда сделано все с большим чувством, с большим любовью для того, чтобы всем деткам было хорошо и комфортно, а каждый родитель, который приходит, получал еще удовольствие от того, что в этом магазине вот любят детей. Поэтому приходите всегда к нам с 9 утра пока до 8 вечера. Работаем, но в августе будем работать с 9 утра до 9 вечера. Анапа, Ленина, 154-Б. Телефоны Юра кажет там под сюжетом. Так что мы работаем для вас каждый день, без выходных. Ждем вас и будем одевать ваших детей так, чтобы, ну, просто они хотели бежать в школу за хорошими оценками, с прекрасным настроением.